На территории 84-го детского сада живет не простая, а золотая рыбка. Она исполняет желание, уверена заведующая Анастасия Буданцева. И этому есть подтверждение. О новой детской площадке здесь мечтали давно. Все вместе загадали желание у золотой рыбки и обратились с просьбой к депутату Мособлдумы Дмитрию Голубкову. Мы были на приеме у депутата «Единой России» Голубкова Дмитрия Аркадьевича. Попросили помочь нам в приобретении площадки. Он остался неравнодушен, услышал наши пожелания. И уже в августе выделили деньги, бюджетные средства, на которые была и приобретена площадка. Желание исполнилось. Теперь в детском саду есть новая тематическая площадка. Здесь ребята будут изучать правила дорожного движения. По поручению депутата Мособлдумы председатель молодежного парламента Одинцовского округа Денис Мартынов открыл детскую площадку и вручил ребятам футбольные мячи. Подобного рода площадки могут более подробно, детально нашим деткам рассказать, а именно о правилах дорожного поведения детей. Именно вот можно предотвратить некие ситуации, можно им рассказать, как правильно переходить дорогу, как правильно соблюдать правила дорожного движения. А пока ребята изучают правила дорожного движения, воспитатели думают над новым желанием. Евгения Галяева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».